Всем привет, меня зовут Андрей Петров, и вы на моем канале. Сегодня у нас будет видеообзор, распаковка такого беспроводного заряда устройства для iPhone и других устройств, которые поддерживают беспроводную зарядку. Данный у нас зарядоустройство торговой марки Baseus приобреталось на AliExpress, ссылочка на нее будет в описании. Давайте рассмотрим коробку, что на ней написано. То есть 5 Вт, 7,5 Вт и 10 Вт. То есть есть два разных вида окраса. Это черный и серебристый. Black and Silver. Материал корпуса пластик и силикон. Исходящее напряжение 5 Вольт 3 Ампера или 9 Вольт 3 Ампера максимум. Мощность 5 Вт, 7,5 Вт, 10 Вт. Suitable for, то есть подходит для iPhone X, 8, 8 Plus и Android. Что у нас здесь еще написано? То есть поддерживает зарядку двух телефонов одновременно. Поддерживает зарядку через силиконовый чехол, который равен или менее 6 мм. И интеллектуальная защита от заряда или перезаряда. Так, дальше у нас здесь указана модель, черная, сделана в Китае. Что у нас идет в комплекте? То есть само зарядное устройство, инструкция, метровый кабель Type-C и зарядное устройство. Давайте откроем и посмотрим, что у нас идет в комплекте, как это все у нас выглядит. Так, здесь у нас три коробочки. Начнем с вот этой вот. Здесь у нас находится адаптер питания 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2,66 ампера и 12 вольт 2 ампера. То есть, как видите, у нас здесь вилка китайского стандарта. Здесь у нас выход USB. Дальше смотрим, что у нас в этой коробочке. Тут у нас обещанный метровый кабель USB Type-C, брендированный также Baseus. Ну и наконец-то сама наша зарядная платформа. Также здесь у нас идет инструкция и рекламный материал. То есть фирма Baseus, двойная беспроводная зарядка. Сейчас мы ее проверим. Здесь также у нас инструкция идет на английском языке, а здесь у нас на китайском. Так, ну и вот сама наша беспроводная зарядка. Здесь у нас такой очень приятный пластик, тактильный, я так понимаю, индикатор. Надпись Baseus. Здесь у нас прорезиненный такой кантик для того, чтобы он не двигался на поверхности. И что у нас здесь написано? То есть 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 3 ампера. Модель у нас BSWC-P12 Made in China. Давайте включим, посмотрим, как он заряжает. Так, ну что ж, у нас есть все необходимое для того, чтобы проверить. У нас есть вот такой вот удлинитель Xiaomi, видеообзор про него я снимал, ссылочка будет в описании. То есть, чем удобно, что здесь можно включить данную зарядку в разъем. Давайте заодно проверим, есть ли там 3 ампера и как она его держит. Вот у нас нагрузка, как видите, 5 вольт 0,7, 3 практически и 1 ампера. Данное зарядное устройство спокойно держит.
подсоединим наш кабель Type-C. Здесь у нас разъем. Загорелся вроде бы был зеленый индикатор. Ложим наш телефон и мгновенно пошла зарядка. Как видите, сейчас у нас используется 9 вольт и 0,7 ампер. Немножечко усложним ему задачу. Поставим второй телефон на зарядку. Как видите, два телефона заряжаются одновременно. И что у нас показывается? 9 вольт и 1,1 ампер. Немножечко полежали наши телефоны на зарядке. Здесь у нас уже видим, что 9 вольт и исходящий ток у нас 1,8, было 1,9 и даже 2 ампера. Единственное, что жалко, что данное зарядное устройство не поддерживает зарядку Apple Watch. То есть зарядка никак не осуществляется. Еще одной особенностью данного зарядного устройства, относящейся к минусам, это то, что в режиме ожидания он также потребляет электроэнергию. Если видите, то ампераж у нас 0,06 ампера, 0,02 ампера. То есть потребление электроэнергии все-таки есть. То есть желательно его выключать из сети. Как вы могли убедиться, данное зарядное устройство достаточно хорошо выполняет свою функцию. 9 вольт, 0,5 ампера. Но все опять же в зависимости от уровня разряда и вашего телефона и типа заряжаемого телефона. Если вам данное видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, будет много чего интересного. Всем пока!